два, здесь, соответственно, у нас бросающие делать, так же вертикальный бросочек, ставим углом 45 градусов, делаем пешок. Защитите у нас из 4 метров, по диагонали мы работаем, независимо, два защитника работаем. Здесь мы ждем мячи из двойки, там мы ждем мячи из четверки. Постарайтесь, чтобы там не было столкновений у нас впереди. Погнали. И перемещаемся. Значит, после того, как вы напали, делаете, вы идете сюда защищаться. Отзащищались, идете бросать мяч нападающему. Бросили мяч нападающему, идете нападающему. Значит, у нас 4 человека. Давайте, 4 человека на эту сторону. Один стоит в защите здесь, другой стоит в защите. Там пара у нас сейчас стоит, и в двойке пара стоит. Так, у вас пасующий, нападающий кто? Сейчас ты пасуешь, да? У тебя мяч. Подходишь к сетке. Саш, ты подходишь к сетке. Подходишь. Так, замах держишь. Вот, назад. Ну, вот это видно. Так, вот. Жень, ты стараешься максимально вертикально сделать, невысокую передачу. Саш, ты ногами быстро выходишь по мяч, делаешь быстрый пичок. Здесь защита. Погнали. Стоим, до конца стоим. Стоим. И после того. После того, как напали, идем защищаться. А ты, наоборот, чуть-чуть получше. Отзащищались, идете бросать мяч. Выходит по очереди, работаем. Да, да. После броска, диагональ. Любой номер, любой номер. Не меньше людей, там можно давай. Чуть-чуть почередовать, можно чуть ближе к теле. Чуть подальше от сердца. Подальше выходить, давать передачу, оттягивать броску, спички выходить в зону. Потом следующий, то же самое сделать. Делать ноги 10 раз каждый. В защите просто мы должны выкладывать. Сделали один рывочек. Рывочек в защите сделали, отдохнули. Оттянулись. Все, Марина теперь выходит. Сейчас должен всю площадку. Один игрок на прием. По очереди будем. Понятно? Нет, еще раз. Более вертикально. Смотрите, а тяжко бросок более вертикально. Не в ширину, чтобы не попасть. Более вертикально. Можно быстрее. Раньше времени не выбегаем. Обязательно на тяжко смотрим на сетку. Не назад. Не на пальму, не на отель. Быстро ногами дойди. Не прыгай в мяч, а ногами до него дойди. Поехали каждый 10 раз. Ногами доходим. Сразу встать, как ориентир, куда ты хочешь. Раньше доставай руку. А, ты, наверное, в пятерке, да, хочешь понимать? Рука в замахе, замахи рука уже. Тогда много выхода. Много перемещений. А там против ветра, так что смотри. От фишки за счет большого стрессного шага выходим в сторону. Большой стрессный шаг. От фишки. Фишки коснулись, большой стрессный шаг. Да, только быстро. Хорошо, ты тогда можешь игрок. Ну, или хотя бы с выходом и накатить просто. Что? Рано. Придется спасовать тогда. Тогда за ними. Давайте, там очередь скопилась, идите сюда. Идите набрасывать, если много народу там. Потому что нас не сдвинется иначе. Здорово. Ну мне просто позади линии давайте, вот это идеальный кадр сюда. Не надо формировать накануне турнира, у меня неправильные импульсы. Плохо. Защищает. Да ладно. Еще разок, можешь? Человек, прыгал. 8.
рука у нас в замахе уже, у нападающего. В замахе рука. В замахе рука, Жень. Стоим фронтально. Этим боком. Вот так, этим боком. Мяч сюда так дают. Хорошим акцентом. Мяч сюда, видимо, сюда. Они даже сорты хотят надо. Через зону поражения не бегаем. Высоко не поднимайте, ветер уже сильный. Высоко не поднимайте мяч на передачу. Это высоко уже? Ниже передачи, Вероник. Ниже передачи, Илья, только что говорил. Не поднимайте мяч на ветру, не поднимайте мяч. Уже носится. Все можно. Ногами, ногами, ногами доходит. Хорошо. Ногами доходим до мяча, доходим, доходим. Еще, еще. Все, ничего, нормально. Попытка есть, уже хорошо. Хорошо, матушка. Раньше времени только не бежим. Быстрее добираемся. Еще раз, да. Ближе к себе, Илья, передачу. Был, но невысокую, ближе к себе. А? Еще раз. Дави против ветра. Ветер сильнее тебя. Попробуй. Давай ты без прыжка доигрывай. Или вообще выйди и лови, потому что, ну, ты убьешь, бьешь, не убирай турнир хотя бы. Нам надо главное на прием, ну, прием тренировать. Чтоб не распаляться. Мы бросаем. Все хорошо. Закончили упражнение. Репетируй, вот, если будет тебя возможность. Играем тайдауты. Касание только снизу. Позиции мы держим в защите. Как только мяч оказался на той стороне, послушайте, мяч оказался на той стороне, начинается ваша защита. Вы стоите в среднем 4 метра спиной к боковой линии. Не выставляйте вот эту ногу, которая вперед. Стойте на одной линии, можете убежать и назад, и вперед. Если мяч там выгоняется ближе к сетке, вы делаете перемещение в защите. Потому что все самое опасное будет впереди. Если мяч под сетку улетает назад, вы из этой стойки бежите назад, поднимаете. Мяч дальше ушел, там 3-4 метра, вы делаете небольшую подстройку в этой стороне, потому что длинные мячи будут по высоким траекториям, куда падают. А? Да, и все время здесь стоим, меняем позицию сюда, сюда. У меня первый этап был. Но нет, поворачиваем, лечим. Готов. И побольше смотрите, что планировка совета. Для того, чтобы было проще смотреть. Погнали, у одного поражения.
играет центр, кто берет центральные мячи. Центр чей? Смотрим на ноги, сгибаем, ноги сгибаем. Вероник, ноги сгибаем. Так, смотрим на мяч. Вот просто попади рукой в мяч. На мяч только смотри. Все. Оля. Вот невысокая передача. Ниже касание делаем, ниже касание делаем. Ноги сгибаем. Так, вот позиция неправильная. Жень, ты повернулась плечами туда. Меняемся. До одного поражения. До одного поражения. Вы сюда идете на выигрышную сторону. Бегом, бегом, бегом. Позицию держим в защите спиной к боковой линии. Поле, 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 поле. Ниже касание, ниже касание. Да, переводим. И держим позицию. Смена. Бегом. Подача снизу, да. Юль, не ходим к сетке. Право-лево, выбирай и разворачивайся. Разворачивайся. Давай. Хорош, Дим, идеально. Ждем, 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 ждем. Ждем, ждем, ждем. И бегаем. Давай. Зал со стыдными руками. Смотрите. Когда вы обрабатываете мяч, вот на этой высоте, ноги вы выпрямили. У вас разлет максимальный мячей вот такой вот. Соответственно, все траектории будут вот в этом диапазоне. Вы не сможете сделать пологую траекторию на прямых ногах. Соответственно, мяч должны опускать ниже, сгибать ноги. И здесь обрабатывать мячи вот с таким углом наклоном. Диапазон нападающий. Всегда были приемы, отказываешься назад. Значит, на пятый любой траектории направляли. Не выпрямляйте ноги. Не вставайте, не выпрямляйте ноги. Я вот с такими веду, а когда ты дошел, ты сейчас все нормально. Давай еще одну тестовую. Хорош, хорош, здорово. Готовимся. Мяч поближе, защите поближе. А куда вы пошли, Юль? Вы же выиграли. Здесь выигрышная сторона, до одного поражения. Просто ты на таком упражнении, ты большую нагрузку получаешь каждый раз. Я хотел, но я не был уверен. А теперь сюда подпишись. Тогда ты увидишь. Парни вот экономили. Вот тебе нужно подсказать. Бегай. Тут команда. Так, невысокая вверх. Стоим, держим позицию, держим. А? Вот, молодец, давай, хорошо. Бежать еще бежать. Голосом, разбор делаем. Хорош, Саш. Разбор делаем как можно раньше. Кто играет первое касание, проговаривайте. Ребята, начинаешь там бегать в момент касания, там менять позицию. Просто стой спиной к боковой линии. Стоим. С тобой, невысокая у себя. Чуть высоковато мяч хватит. Еще раз, вы должны об этом четко помнить. Стандартная позиция 4 метра от сетки. Если на той стороне мяч близко к сетке, мы подходим на 3,5 метра. Вперед-назад. Не стойте в одном и том же месте. А перед собой. То есть ой, повернулся туда. Ой, зачем они закончили? Перед собой. Вот. Я играю против вас. Нет, я наоборот, подачу. Начала движение. Если отсюда, вы довели ее до передачи, передача состоялась, в которой можно заигрывать, вам будет одно очко. Если не смогли, то вам не нужно очко. Играем до пункта. Ждем. Не успела на позиции. Опять хотел? Мяч близко. Друзья, должна быть уже в 3,5 метра. Я не подал, это не очко. Серег, ты на передаче. Ближки коснулись и вышли. Отсюда защите ближе. Это вам очко. Стоим. Ближе
сначала должен Антон начать. Бежим, 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 бежим. Ром, беги, помогай. Антон сначала выходит и наброс темп. Минус один. Перед вдвоем, человеком. Все время вдвоем играем. Не по очереди. Минус два. Ау! Нет. Определяйте, что вы делаете с мячом. Я вам пройду. Видите, пожалуйста. Вижу защитника. В атаку не ходи. Слишком хороший довод. Дай покушать. Коль. Дали передачу. Чуть-чуть оттянулись. Не надо прям назад. Ждем, ждем, ждем. Хорош. Ждем, бьем. Ближе мяч к сетке, ближе подходим к защите. Минус два. Я очень тяжело стою. На ту сторону. Ну, зачем нет. И на фау так и сюда. Прогулочным шагом идем. Простое упражнение отработать не можем. За вот так вот не знаю. Когда вы делаете вброс назад, брось, пожалуйста. Развернулся сюда. Спиной. Подой. Кисти должны быть выше, чем у вас ключевые. Плюс один. Когда вы делаете? Какая разница? Вот этот трюк делать можно. Саша, погнали, погнали. Забыли. Плюс два. А до какого числа? Ну, плюс три, либо минус три. Сейчас, если вы выиграли раунд. Ближе в защите и не угадываем. Ром сделал движение не в том направлении, в момент удара. Прям. Не пытайтесь угадать. Ладно, вы выиграли раунд. Что, невысокая передача? Ага. Не перебегай, только мяч. Короче, если ниже. Непонятно, это... Давайте меньше своих ошибок стараемся сделать. Так, невысокая, не перебегаем мяч. Хорошо. Так, вы 1-0 ведете по раунду. Может быть, тогда оценим все вместе, нападение тоже? Важно задачу понять. Так, смотрите. Да? Когда ты задачу цель после передачи, оттянуться. Делаем третье касание здесь, на этой стороне. Выйти в свою зону, даже прием, передача цель. По одному разу. Если вы на той стороне получаете мяч, плюс один простой игру. Старайтесь увидеть эту сторону. После атаки мы оттягиваем мяч вверх. Касание сюда, особенно если мяч продолжается не у сердца. Когда метр 4, у вас пологая траектория, приведет сразу к набору очков. То же самое в обычном волейболе. Тебя откуда кидать руки, не получилось, все, к следующему переходу. Здесь пасуешь, здесь попадаешь. А вы начинаете его там разыгрывать, вместо того, чтобы первым касанием направить мяч на 8-й номер. Смотрите на эту сторону. Плюс один, блин. Я очень далеко стоит. И пасуешь, кружочек? Попал, да? Я очень далеко стоит в защите. Я не пошел в горы, как ты. Ты оставляешь, не надо этот мяч брать, ты уже оттягиваешь. Ждем, ждем, ждем. Да, ты. Ты. Ждем, все время ждем. И второй мяч, теперь Марина хочет кидать. Я надеюсь, ближний нет. Я стою близко. Нет, ничего не делаю. Я специально линию начертила. Чтобы вы доводку оставляли. Дим, на мою сторону. Да, да, да. Все, и поменяли. Да, 3-0 вы выигрываете. Понятно. Следующая пара зашла. Очень высокое касание, Эдик. Ближе к песку старайтесь мяч обработать. Плюс один. Ближе к песку обрабатываем мяч. Ближе к песку обрабатываем мяч. Я и объясняю. Да нет. Еще, еще, еще играем. А мог бы не нападать, мы будем начинать. Не ждем. Нет, нет, я уже напал. Пошла. Нет, да вот плохая. Следующая пара уже зашла. Ой, невысокая. Ноль. Готовимся, молодец. Все,
Все время готовы по своей зоне ответственности перемещаться. Ноль. А сильно напасть не мог. Просто ноль оставил. Давай, 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 давай. Раньше, раньше, раньше. Можешь? Молодцы, молодцы, здорово. Плюс один. Очень хорошо. Помогаем друг другу. Раньше, раньше помогаем. Я снял со страховку, идеально передать книжки. Видишь, пасовал. Нет, я такую не подавал уже много дней. Те, кто стоят, вы помогаете мячи мне сюда. Давай, давай, давай. Ниже. Уже. Назад, печать, Ром. Время делаем разворот. Все, сейчас выиграю. Внимание. С собой. Невысокая передача. Делайте движение, смотрите. Вы стоите, отлично. Послушайте, смотрите. Там происходит касание. После передачи в страховку. Переместились сразу. Передача. Давай, давай, давай. Вам должно быть симметрично стойка, чтобы обе стороны уже после касания вырванули. А когда вы делаете движение, здорово. Все, вы противоходите. Вы сами своими глазами непонятно. Движение непонятно. Зачем вы это делаете? Вы сами себя загоняете. Ноль. Снимайте руки, как он отбрасывает. А, нет, Марина начинает. Дим, здорово, подавел, очень сложно подать вроде бы. После передачи. Момент касания Саши, отпрыгнула назад. Лишние движения делайте, сами себя. Забили. Ноль. На мяч, смотри, на мяч. Короче, руки поднимаете, да? На согнутых ногах подачи. Как это называется? Да. Просто выше. Вот у вас есть. Все, я понял, что делать. Где ты видишь танцы? Эй, помню, помню. Широкий прием делайте, ближе к себе прием. Все, следующие зашли. Спасибо. Прилетел, родимая. Давай, давай, давай. Не, не, минут один, вы еще не проиграли. Да, я. Ваша фишка, фишка, фишка. Оттяжка. Середина, не направляйте мяч. Иди, иди, иди. Есть. Вперед, назад, старый. Давай, давай, давай. Фишка. Давай, фишка. Нет. А, попал. Да. Попал, дернул. Фишка. Типа, это не тот, кого кинули. Минус один. Здесь? Кинули. Ес, красавчик! Ну. Стоим, четко в защите. Давай. Что случилось? Ноль. Прием плохой. Зачем? Ты оттягиваешь, понятно. Давай, поехали. Просто, чтобы на задней линии... Уходи. Фишка. Не ты. Я сейчас. Блин, молодцы, молодцы, смотрим, смотрим в другую сторону. Фишка. Так стоит защита. Выдох.
Подачи хорошие, что вы их принимаете? Мы сейчас с той группой отработали, да, там правда подачи не доводит. Может, давай. Давай. Оп, почти. Ну, задержка. Давай ноль. Три подачи еще и перерыв. Низко довел, неудобно было, пришлось задержать. Давайте, работаем на прием. Две подачи осталось. Физик подсаживается, заставляем себя бегать. У вас плюс два. В том ты и дело. Завершающий подачу. Я еще грудь здесь. Дайте мне заморозку один раунд. Один заморозку я использую. Заморозку? Да. Хорошо, давай. Молодец, Ваня. Я просто раунд отдавал так хорошо. Это ты просто отдал. Все, не взял, встал ты раунд. Хорошо приняли. Класс, все. Он поэтому раз. Да, я немножко поплыл за это. Вроде все правильно сделал. Сразу. Осталось крикнуть. Широкий пафи.